Друзья, добрый день! Представляем вам новинку нашей очередной трости. Изготовлено все вручную, в том числе и сама рукоять изначально была вырезана вручную, и потом уже делается на нее восковка, и из восковки делается вот такая вот, отливается из литья, в данном случае это латунь, отливается заготовка. Сама трость выполнена из черного граба. Обратите внимание, здесь вот для красоты такое кольцо, тоже все это делалось вручную. И около наконечника тоже вырезаны черепа по всей окружности. Все это слито из латуни. При заказе можно указать мельхиор и сделаем из мельхиора. На кнопке данная трость. Внутри клинок. Клинок изготовлен из нержавеющей стали. При заказе можно также выбрать либо дамасскую сталь, либо сталь Х12МФ. Данную трость мы назвали «Воин тьмы». Очень удобная в руке. Подойдет, в принципе, для руки любого размера. И большой, и маленькой. Сама трость изготавливается обычно у нас под рост человека. Изготовление занимает, ну, буквально неделю. В основном за неделю успеваем все сделать. Для заказа пишите, звоните. Выбирайте материалы, быстренько вам изготовим и отправим.